Светлана Папина, Альберт Полудницын, новости 4 канала. И к другим событиям и темам сегодняшнего дня далее вашему вниманию. Нас принесло на рифы и благополучно выкинуло туда. Кругосветка за 4 года. Екатеринбургские пенсионеры вернулись после большого путешествия на яхте. Это русский север, да. Вот иногда хочется что-то духовное нарисовать. Пейзажи строительными красками екатеринбурженка начала рисовать в 52 года. И, конечно, поговорим о погоде на ближайшие дни. Все подробности через несколько минут. Оставайтесь с нами. Пока обычные.